Вообще не знаю, почему она так записалась. Ну, записалась-то она нормально, а опубликовалась она черти как. Ну и бог с ним, значит, будет прямой эфир. Девочки, я пришла к вам с приветом рассказать, что солнце встало. Слушайте, мои хорошие, ну, во-первых, у меня есть много чего вам рассказать. Первое. Будем разговаривать, пока вы присоединяетесь, потому что за 27 секунд только 27 человек в эфире, 39 человек. В общем, пока вы набираете обороты, я буду показывать новинки по Пиртоле, бомбические новинки, потому что то видео, которое я сняла, почему-то снялось не так, а вот так. Я не знаю, почему так получилось, девочки. Может быть, потому что я очень быстренько торопилась. Я приветствую всех, кто уже подсоединяется, и 69 человек. Девочки, то есть прям буду показывать по Пиртоле, чтобы вы увидели. Более того, сейчас немножко побольше человек подсоединится, и я попрошу вас чуть-чуть попозже написать ту картину, которая вам больше всего понравилась. Мы ее вскроем, посмотрим, что же там в середине этой по Пиртоле, как же она выглядит, да, что это такое. Покажу готовые работы из по Пиртоле. Расскажу новые условия приобретения по Пиртоле. Вам это понравится. Мы будем отправлять по Пиртоле бесплатно. Но надо понимать, куда, кому, почему, зачем и как. То есть вот такая новость. И хочу, пока вы... Вот, 91 человек за одну минуту. Господи, ухо горит. Знаете, что хочу сказать? На нашем сайте есть новинки. Да, флок Фоамиран 2 миллиметра, тот, который идет бархатистый, на который сняла Ирочка Ищенко для вас бесплатный мастер-класс, который вы можете посмотреть в YouTube Mac там. Плюс голография и плюс глиттерный фоам иранского производства 60 на 70. Так вот, при покупке 10 листов одного цвета у вас есть возможность взять этот фомчик, либо этот материал, флок, либо голографию по оптовой цене. Это сразу же на сайте прописано. Это прописано прямо на сайтике. Вы можете это вот прям нажать на картиночку, и там вы увидите цену. А под низом прям идет бац, и, ну, что от покупки 10 листов такая-то цена меняется. Просто очень многие из вас не читают эти тексты, которые мы прописываем на нашем сайте, и очень много звонков. Томочка, а если я возьму глиттера 10 листочков, только мне нужно разного цвета, будет ли считаться скидка? Отвечаю всем вам, девочки, нет, скидка не будет считаться, если вы берете листики разного цвета. Расскажу почему. Нам эти новинки предоставил, конечно же, один поставщик. Когда мы работаем с поставщиками, не имеет значения, это Пиртоль, это луч, это санет, это слаймы, не имеет значения, все товары, которые присутствуют у нас на сайте, да, а это более 1800 наименований товаров нашего сайта, боже мой, я когда-то начинала с изолона и клея, а теперь 1800 наименований наших товаров на сайте. И каждый товар имеет своего поставщика. И поставщики имеют конкретные цены по продаже этого материала. И если мы, как, ну, скажем так, связующее звено между, как же сказать, оптовыми продавцами и вами, да, розничными продавцами, мы имеем договора. Конечно же, все товары мы покупаем по договорам. Официально мы работаем, конечно же, мы платим налоги. Так вот, я к чему? Каждый продавец в договоре прописывает условия работы, в которых написано, что есть рекомендуемая цена товара, и нельзя делать меньше. Да, бардак немножко творится в этой Еве, да, потому что очень, и в Изолоне, потому что очень много продавцов, которые не являются официальными, да, дилерами, работают неофициально, да, они даже не являются ИП,
И они рисуют эти цены из головы, то ли откуда, либо с подвалов продают. Не суть. Я просто к тому, что если мы работаем по-взрослому, а мы именно так и работаем, то есть договора, есть документы. Согласно этим документам мы обязаны выполнять условия договоров. Так вот, папертоль, если вы посмотрите, то вот наша папертоль именно этой фирмы, да, «Магия Хобби», она у всех в одну цену, и мы не можем поставить дешевле. Также, допустим, вот я начала с чего? Начала с новинок глиттерного фоамирана, голографии и бархат флок. Когда нам поставщик привез, я говорю: слушай, миленький, я понимаю, что это классное качество материала, что это новинка, что это круто, все. Ну, может быть, я могу как-то немножко дешевле девочкам дать этот товар? Он сказал четкое нет: Тома, ну, у меня все равны на рынке, почему у тебя должны быть какие-то привилегии, несмотря на то, что мы тебя любим, да? Вот, будет нечестно, если я буду тебе прощать вот этот дейпинг цен, а кому-то буду не прощать, это некрасиво. И я с ним согласилась, на что я ему дала, ну я же ищу лазейку, чтобы у вас как-то была возможность где-то чего-то как-то, да, подешевле хапнуть. И я говорю: ну, пожалуйста, может быть, можно при, вот, допустим, а если она возьмет 10 листочков одного цвета, ну, можно мы и сделаем оптовую цену? И вот здесь нам пошли навстречу. Соответственно, ай, господи, губы накрасила перед эфиром. Простите. Соответственно, девочки, у нас сейчас на сайте есть, допустим, акция на иранский фоамиран 1 миллиметр. И это... акция, она с позволения официального представителя иранского фоамирана компании «Алиандр» в лице Андрея Владимировича, который нам разрешил сделать этот товар по акции и подарить молды, потому что он сам их производит. Все, что мы делаем, какие-то акции, это идет с позволения, конечно же, людей, которые предоставляют нам материалы. Итак, акция иранского фома сейчас у нас на сайте идет, то есть 10 листов вы берете любого цвета, здесь главное количество, 10 листов любого цвета вы покупаете, и вы выбираете себе молдик в подарок. 20 листов любого цвета, берете 2 молдика, и так до 50 листов вы можете взять 5 молдов в подарок. При покупке 10 листов одного цвета у вас есть возможность взять наши новинки в виде голографии флока и в виде глиттера 60 на 70 по оптовой цене. Там был какой-то комментарий, я вот одним глазом читаю ваши комментарии. Ах, убежал комментарий такой. А, вот. А поставщику не все ли равно, за сколько вы продаете? Нет. Нет, Елена, я вам могу сказать, знаете, почему нет? Потому что должен быть порядок. Знаете почему? Чтобы не было демпинга цен. То есть это удобно для вас, да? Вообще, я считаю, было бы классно, если бы все продавцы материалов для творчества договорились, да, что а мы все берем по одной цене. Ну, в принципе, по одной цене. Единственное, что если, допустим, изолон в Ижевске я беру, да, то я плачу транспортные расходы. То есть у меня увеличивается себестоимость изолона. И я не могу ее поставить по той цене, что, допустим, в Ижевске торгуют изолоном. Потому что они берут его, ну, в своем же городе, чуть ли не через дорогу, понимаете? То есть у них нет транспортных расходов, таких, как у меня. Да, соответственно, мы где-то на 3 рубля, где-то на 4 рубля у нас дороже изолон, чем на родине изолона, да? То же самое, допустим, папертоль производится здесь, да, в Москве. Завод производит это. И если, допустим, кто-нибудь в Иркутск закажет, какая-то компания, торгующая материалами для творчества, закажет в Иркутск папертоль, у них будут транспортные расходы, понимаете? Это надо учитывать, мои хорошие. Поэтому, поверьте мне, было бы идеально, если бы цены на рынке были более-менее, там, разбежность 3-4 рубля, чтобы вы выбирали не между ценами, да, чтобы они для вас были лояльными изначально у всех, а чтобы вы выбирали компанию,
в которой, допустим, хороший ассортимент товаров, либо компанию, которая ближе к вам, чтобы подешевле платить за доставочку, да, компания, в которой вам все нравится, в которой вам дарят подарочки. Вот, девочки, ну простите, у меня просто... Я увидела эту папертоль, и у меня просто настроение на высоте, несмотря на то, что я очень плохо себя чувствую. Так вот, поэтому, девочки, мы не можем дать вам цены от фонаря, от потолка, да? Я уже не говорю про то, что, допустим, аренда помещения, ну, не знаю, в том же Ижевске, может быть, стоит 50 тысяч рублей в месяц, а у нас 250, потому что мы Москва. Понимаете, да, что разные регионы, разные ценообразования бизнеса. Поэтому, ну, маемо что маемо, я вам еще раз повторюсь, потому что я уже наговорила вам кучу всего, и мне кажется, вы немножко потерялись. Так вот, если вы хотите купить иранский фуамиран 1 миллиметр и получить молдик в подарок на выбор, там 5 молдов, выбирайте какой хотите, причем до этого у нас было 5 других молдиков, да, то вы можете покупать любого цвета молдики. Ой, фомчик. А если вы хотите новинки в виде флока, голографии, либо глиттера 60 на 70, то это только от, оптовая цена у вас только от пачки. И это спасибо нашим поставщикам, которые, ну, дали нам такое позволение. Вот. Итак, девочки, это сказала. У меня будет вам, ой, боже мой, такая хорошая, ну, папертоль в подарок, можно сказать, доставка в подарок. Такого еще не было. Я вам могу сказать, все знают, все наши покупатели знают, что при заказе на нашем сайте упаковка вашего заказа стоит 150 рублей. Ну, девочки, ну, все уже, мы уже эту тему проездили, промусолили 100 раз. Что входит в упаковку? Это втулка, на что наматывается рулонный материал, да? Синтепончик 2 мм, иногда и 5 мм толщиной, в который мы упаковываем. Пупырочка, в которой заворачиваются ваши плафончики. Вот эти булечки, да? Пленка, которая идет 1200 этих, как они, микрокрон. То есть она плотная, чтобы посылочки доходили для вас в целости и сохранности. Скотч, который у нас, девочки, рукой. Я бы сказала, океаном у нас этот скотч, а это, конечно же, все стоит денег. Мы не производим ни втулки, ни пленку, ни пупырку, ничего, мы все это покупаем. Соответственно, если вы берете материалы у нас, то вы знаете, что все это стоит 150 рублей. И не имеет значения, вот такой заказ или вот такой заказ. Если там есть рулонный материал, это стоит денег. На что я говорю, котенька, своему мужу, и кота взяла. Я говорю, слушай, ну если им надо папертоль, ну что, они будут платить 150 рублей? Ну это же как-то нечестно. Он говорит, я согласен. И ушел. И ушел мозг котеньки думать, что же сделать для девочек. И девочки, сегодня мы... Просто я понимаю, что я сейчас буду вам показывать эти картины, и вы просто... Вы точно их закажете, потому что это пройти мимо невозможно, девочки. Я уже хочу просто сделать этого кота. Мне кажется, вот этот кот, элементарный кот, вы посмотрите, какая красота. Он украсит любой коридор, любую квартиру. Это прекрасный подарок. Стоимость не знаю, девочки, новый товар, поэтому смотрите на сайте. Этот товар уже есть на сайте. Так вот, я к чему? К самому главному. Если вам нужна только папертоль, то есть вы заходите в раздел «Папертоль», выбираете картинку, и также вы можете еще заказать к этому заказу пластиночки 1,6 и 3. То есть на что делается папертоль, я вам потом покажу готовую работу из папертоля, которые у меня висят, да, то доставка и упаковка по России бесплатно. Кто-то пишет, кошатница, это точно. У меня 4 кота здесь живых, один здесь, один в кабинете работает, двухногие. Я точно кошатница, это правда, девочки, я не скрываю. Спасибо, Елена Соловьева, вы правы. Так вот, я повторюсь, вы слышали? Вы там не попадали?
Папертоль, доставка и упаковка бесплатно. Ну, понятно, что упаковка, чего там упаковывать, мы в конвертик положили. Но даже если у вас будет много... Подождите, девочки, я отвечу, Изолончик звонит, может, самовывоз. Компания Изолончик, здравствуйте. Девушка, вот я возле проходной, заказ мой 12663. 12663, сейчас вынесем. Хорошо, я вот возле проходной. Да, хорошо, спасибо. Девочки, подождите, задачу. Котенька, а, ты услышал, ты меня смотришь? В кои веки ты меня смотришь в эфире? 663 видел? Слышал, вернее. Ну вот, котенька, который придумал для вас эту акцию, носит заказы на проходную. Так вот, девочки, нам ничего не стоит взять ваш заказ, положить этот заказ в пакетик, да, 663, по-моему. Девочки, кто внимательно смотрит мой эфир? 663 заказ я должна была вынести на проходную или 662? А, подожди, давай посмотрим по этому, по номеру телефона, который звонил. Может, кто-нибудь помнит, какой заказ? 4595, последние цифры. А я выключила компьютер, чтобы у меня прямой эфир не ходил. Так, 663, вот, Ира Ищенко говорит. А, Ира Ищенко в эфире! Вы мои хорошие, вы меня слушаете. Спасибо вам огромное. 663, да. Такие умочки, они меня слушают. Боже, как приятно. Я вам благодарна за обратную связь. Вот так вот, что-то надо будет сделать, забудешь, а тут бац, и вот. Так вот, девочки. Ой, почему, господи, я просто на таких эмоциях. Вот если, я, ну, я не знаю, как вы, девочки, я эмоциональный человек. Если я радуюсь, то это прям вот от пяточек до головы. Если я расстроена, то я бомба незамедленного действия, я взрываюсь. Я не знаю, как вы, но вот я эмоционирую. Поэтому, когда я увидела эту папертоль, в общем, начнем показывать вам, а то я все с вами ля-ля да ля-ля. Девочки, да, папертоль будет, доставка по России бесплатно. По России, девочки, я вас очень прошу, в бесплатную доставку не входит жидкое стекло. Я вам сейчас его покажу. Вот, господи, как я вам показываю. Вот оно, жидкое стекло, оно не входит в доставку бесплатно, потому что, девочки, оно, ой, боже мой, оно это тяжелое. Сейчас скажу, сколько оно весит. Ну, в общем, не входит, то есть его в конвертик не положишь. Но у меня есть еще одна для вас хорошая новость. То есть, допустим, вы заказываете Изолон, Фомиран, Тоси, Боси, всякой твари попари на нашем сайте, на котором 1800 наименований товаров, и хотите папертоль, то за те товары вам считается доставка на сайте, а за папертоль нет. То есть даже если вы решили, ну раз такая гулянка, взять 20 картин папертоли, а это вес, девочки, я могу сказать, это вес. На секундочку, одна вот такая картина весит, здесь у них нет взвешенного. Она тяжелая, потому что здесь очень много в котике листов. А если их 10, то мне кажется, это уже килограмм, а то и больше, кило 200. Так вот. Если вы заказываете на нашем сайте товары и хотите взять 10 картин папертоли, то за папертоль вы доставку не платите. Платим мы. Понимаете, о чем я говорю вообще? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вы можете взять, чего там хотите, а за папертоль доставка и упаковка ничего не считается. Все бесплатно. Девочки, это придумал мой супруг, и это действует только на папертоль и действует на вот эти пластины. Какие пластины я имею в виду? Девочки, я вам сейчас переключу камеру и покажу. Ну вот у меня гранатики, да, мы тут с Ирочкой Ищенко висим. Ваша любимая картина «Бабочки». Вот это, ну, это все есть, мы просто пополнили запасы папертоли, вот она папертоль, да, вот у меня возле кофемашины папертоль, вот как она выглядит, да, она у меня на тарелочке, то есть это вот такая многогранная работа, вот, и вот эти пластиночки, сейчас,
У меня еще где-то были картины, они мне просто уже не вмещаются в кабинет. То есть, вот эти пластиночки, они продаются 3 мм и 1,6 тоже на нашем сайте. То есть, эти пластиночки вы тоже можете бесплатно заказать вместе с папертолью. Но уже непосредственно жидкое стекло, оно не входит в бесплатный заказ. Понимаете, да? Ой, девочки, а теперь будем смотреть новинки. Я немножко успокоюсь. Итак, и вот, то есть вы поняли, да? Все же понятно. Папертоль мы доставляем по России бесплатно. Беспрецедентная акция, это только будет до 1 января, девочки. Мы дальше посмотрим, насколько мы уйдем в минус. Чтобы, ну, а то какой-то бизнес, знаете ли, да, экономия должна быть экономной. Вот, поэтому я вот просто из-за Нового года и из-за того, что появились новинки. Просто когда мы позвонили в «Магию хобби», я говорю: девочки, мне нужно пополнить запасы по папертоли, потому что многие позиции позаканчивались. Она говорит: Томочка, у нас как раз вчера пришли новинки, и мы хотели вам скидывать. Я говорю: ну скиньте мне в WhatsApp, я закажу у вас к своему заказу еще новинки. И она мне скидывает эти новинки, девочки, я обалдела. Я просто обалдела, потому что у меня достаточно богатое воображение, чтобы представить, какие эти картины будут в готовых работах. То есть вы только что видели, да? Соответственно, я хапнула все новинки, просто все, все, что было в новинках, я все хапнула. Поэтому, и у меня возник вопрос, думаю: господи, они уже многие поднаделывали заказы. И сейчас будут опять говорить: Тома, ну что ж такое, только сделала заказ. Поэтому папертоль по России для всех желающих бесплатно. Доставка и нет никакой упаковки. Ну, в плане денег вы не платите. Вы платите только за папертоль. Итак, опять балуете, пишет Татьяна Чайкина. Бабочки прекрасны. Девочки, все картины бомбические. Итак, погнали. Я сейчас показываю картину, и какая вам больше всего понравится, пишите, и мы ее вскроем. И будем смотреть, из чего же состоит папертоль. Хотя это видео есть, то есть как делать папертоль, что входит в набор, это есть также на нашем сайте. Ну, радужный кот, он был со мной весь эфир. Девушка, цветы, загадка. Девочки, я надеюсь, вам хорошо видно. Я могу сказать, вот эта тема с цветами очень была в тренде. 2018 год, шумел шляпки из ростовых цветов на голову. И вот, пожалуйста, так, кто-то пишет кот или что? Кот, Жанна Саушкина пишет кот. Значит, я кота отставлю пока что. Пока что кот выигрывает. Так, вот такая дама с цветами. Девушка, цветы, солнце. Нежная, пастельная. Девушка стиль, то есть девушки с цветами на голове представлены в трех картинах. Ой, девочки, мне понравились вот эти две, я прям, ну, прям вообще, то есть помимо кота. Показываю вам прям секциями, да, черника. Боже, она как живая, я просто обожаю чернику. Хотите сделать мне приятное, пришлите мне ведро черники, девочки, я ее всю съем. Из всех фруктов я обожаю именно чернику. Я люблю еще голубику, ну, и голубика, кстати, тоже пойдет. Так что эта картина просто невероятна. И десерт с черникой. Он уже такой идет более пастельный, ой, ну, на темном фоне. Прекрасная серия попугаев для любителей живности, да? То есть это все в 3D можно сделать. Венценосный журавлик. Вот такая красота. Достаточно много картин папертоли именно в цветах. Но вот решили добавить георгины. Вот такие красивые георгины. Это тоже новинка. Мак, девочки, это просто, ну, не знаю, боже, когда это все делать мне. Ну, мне хочется сделать каждую работу. Мак на черном-белом. Вы посмотрите, вы знаете, как я люблю черно-белое, да? И я буквально недавно посмотрела на сон грядущий кино «Город грехов». И вот там вот все в черно-белом. И вот эти акценты.
выделялись, да, где-то красные губы, где-то красные глаза, где-то синее пальто. И вот эта картина, она в стиле, мне кажется, города грехов. Черно-белая, невероятно красивая изюминка. То есть это тоже новинка. Я показываю сейчас только новинки. Нежная сила, бомбическая картина. То есть как будто бы кирпичики падают со стены и прорезает их лилия. Слушайте, ну, картина вот эта называется «Букет капусты». Но для меня это попугайчи, тюльпаны, сорт попугай. Есть такие тюльпанчики в флористике, да, то есть мы знаем о них. И вот у меня это просто попугайчики, тюльпаны. Но это капуста. И вот так вот она, такая подача вкусная, красивая. Из этой же серии букет моркови. Вы представляете, такое сделать в папертоле? Я не знаю, конечно, как вырезать вот это все. Кстати, я вам сразу же могу сказать, что самое удобное вырезать вот этими ножничками для вышивки, которые они у нас тоже продаются на сайте. Именно вот этими ножничками, девочки. Пробовала я ножиком для художественной резки, мне не понравилось. А вот эти ножнички, они прям как маникюрные. Да их вообще классно дома держать. У меня дома двое таких ножниц, они классные, удобные. Из этой же серии корзинка артишоков, да, для любителей артишоков. И спаржа, девочки, спаржа. Она как живая. Девочки, это надо видеть вживую. Слон. И, кстати, пока я показываю вам, вы можете, ну, непосредственно писать, голосовать, за какую картину мы вскрываем. Хотя я не знаю, как я это буду смотреть, потому что ваши комментарии остановились. Остановились на Мак Супер и Кот Мак. Ну, я, наверное... Ну, сейчас посмотрим, какая картина победит. Слон. Год быка, девочки. Бык. Все на черно-белом фоне, как я люблю. Он как будто вырывается из этой стены. И бегемот для любителей тяжеловесов. Так, кто-то пишет, картина Мак лучшая. Еще могу читать. Просто вы, наверное, не писали. Вы имеете в виду вот это Мак? Давайте я ее отложу. То есть у нас уже две картины в приоритет. Что нам вскрыть? Мак и кот. Будем голосовать. Кто-то бык уже пишет. Девочки, а я еще половины не показала того, что я показываю новинок. Девочки, картины фоторамки. Что это значит? Что вот это все вы делаете папертоль в 3D, а сюда вы можете вставить свою фотографию. И вот эта серия фоторамок, она представлена вот в такой нежной тематике «Любовь». Вот в такой классической тематике «Мечта», вот в такой успешной тематике «Стильный успех». В самом дорогом, что может быть у женщины, это семья. И самое важное, что может быть взаимоотношения мужчины и женщины вместе навсегда. Вот такие непосредственно фоторамки представлены. Ну и, девочки, конечно же, ваши, вот, то есть это сгребла просто три вида. Конечно же, ваша любимая дамочка с бабочками, которая у нас закончилась, и море в картине закончилось. В общем, девочки, мы все пополнили, все есть на нашем сайте. И теперь для вас на наиболее выгодных условиях, потому что теперь вы можете это все заказать бесплатно. Доставка по Москве. Ольга Пуфыстик пишет: «Бык, это мой год. Олечка, я желаю вам, чтобы следующий год вам прям ух». Ну что, чернику кто-то пишет. Мак, кот, черника. Знаете, я вам скажу, чернику мне тоже понравилось. Да мне они все нравятся, хоть бери каждую и скрывай. Но я вам могу сказать, черника, она не толстенькая. Не толстенькая. Хочется мне вскрыть то, что прям, ну, чего там много вырезать. И вот мак. И... А что, а почему бы мне обе не вскрыть? Фу, действительно, что это я? А, давайте вскрывать.
То есть вот таким образом вы будете получать от нас. И вот так это выглядит. Мы отбираем первый лист. Здесь чистый лист. А, извините. Не оттуда я начала. И вот так, девочки, эта картина представлена. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, боже мой, восемь, девять, десять, 11 листов для вырезания. То есть тот, кто собирал хоть раз папертоль, либо вы можете просто посмотреть видео, как это делается, то есть вырезается, вот это пятый слой, видите, здесь написано, это пятый слой. Это четвертый слой. Это третий слой кошки. То есть она идет от большего к меньшему. Это второй слой кошки. Это у нас фон. Слой картины состоит из трех частей. Собираем части. То есть здесь все написано, как чего собирать. Ну вот прям я бы сказала папертоль. Это прекрасно. Посмотрите. И вот это, мне кажется, уже какой ряд? Восьмой слой. Девятый слой с усиками идет. Девятый слой, седьмой слой. Вот, девочки, все написано. Все по слоям. Все для очень внимательных. Десятый слой, пятый слой, шестой слой. Вот она, красотулечка. Слой 11. Слои с 11 по 13 собираем на тонкий скотч 1,5 толщиной. То есть все прям написано. Слои, вот они. И вот слой 6. То есть это вот самый маленький слой. В общем, девочки, вырезать, не вырезать, ну просто вот такой котяра, ну это капец. Мне кажется, это будет хит продаж. Посмотрите, какая красота. Я, конечно, не знаю, что вы там видите в экранах. Так же это ярко, как вижу это я, но это бомба. Давайте скроем мак. Это я отложу. Это уже, конечно же, нельзя пускать в продажу. Это уже будет моим девочкам в подарок, сотрудникам. Так, и открываем мак, который вам тоже понравился. Смотрим, какая же здесь цветовая гамма. Все так же, да, открываем. Открываем. Так, ищем слои. Девочки, она, конечно, крутая. Просто крутая. Посмотрите. Это прям, знаете, как новинка флок-бархат. Черно-красный. Как Ирочка сделала для нас бесплатный мастер-класс на YouTube, да, мак? И вот, пожалуйста, папертоль. Это четвертый слой. И вот еще четвертый слой. Вот она идет, пятый слой. Посмотрите, какая она яркая. Шестой слой, шестой, седьмой. Это у нас фон для картины. То есть это вот сюда вы делаете это. То есть получается у вас картина размером формата А4. То есть, как обычный стандартный лист. Но здесь, обратите внимание, какая бумага, она переливается. Такое ощущение, что это на фотобумаге сделано. То есть, ну, печать совершенно другая, качественная, очень красивая печать. То есть, на этом фоне мы вырезаем вот эти все цветочки и приклеиваем. Это тоже идет у нас слой с 8 по 10. Посмотрите, здесь вон тычиночки. Это все надо отдельно вырезать и приклеить. Слой у нас второй. Но она красивая, девочки. Слой 2. Да мне кажется, любую открой, и она будет... Вот слой 8 и слой 3. Конечно, в идеале было бы открыть все. Но, девочки, я не могу открывать все. Мне кажется, достаточно этих двух картин, чтобы вы понимали, насколько это действительно красиво и бомбически. Вот так выглядит это еще сочнее.
А представляете, этого кошака на черном фоне. Просто бомба. Кто-то спрашивает, а разве есть год кота? Нету года кота, это точно я вам могу сказать. Года кота нет. А мы не говорили про год кота, мы говорили про год быка. Слушайте, ну давайте быка откроем. Давайте. Или слона. Кого откроем, слона или быка? Пока я ищу вообще вот эту серию. А мне вот это нравится, капуста. И там, кстати, она толстенькая. Давайте капусту посмотрим. Ну, раз я уже, блин, пошла такая пьянка. Прости, Господи. Так, открываем капусту. Девочки, посмотрите. Хорошо, что я открыла. Да мне кажется, тут любую можно открывать просто. Вы посмотрите, какая красота. Это капуста. Как по мне, так это эти тюльпашки, которые идут непосредственно эти попугайчики. Так, это у нас какой слой? Слой 4. То есть она тоже такая достаточно большая. Это слой 3. Вы видите, какая она яркая? Девочки, это бомба. Это слой 2. Кстати, слой на слой. Да мне кажется, здесь просто можно из одной картины собрать 2. Вот, корзиночка тоже отдельно собирается. Я вам могу сказать, мы едем на выставку. 18 декабря мы уже приглашены на выставку. Нас приглашают уже на выставке. Нас заинтересованы те, кто организовывает выставку. И мы... там будет папертоль. То есть там, может быть, мы хапанем готовые работы из новинок, чтобы вам показать, как это смотрится в новинках. Кто не знает, а кто знает, они уже знают, что это просто бомба. Ну вот я дошла до второго слоя, первый слой. Посмотрите. Вы видите, как оно переливается все? То есть очень хорошее качество непосредственно бумаги. Шиворот на выворот вам показываю. И вот она, первый слой картины, то есть вы фон, вот он написан, прям фон, вы клеите на него непосредственно. Фон. И вот еще вот, получается, второй фон идет. В общем, девочки, там все написано. А написано все непосредственно вот здесь. Ну, если кому-то что-то непонятно, у нас на сайте есть видео, как делать папертоль. И там все прям понятненько, прям понятненько. Так, девочки, что еще откроем? Давайте слона откроем таки, да? Ну, раз я уже пошла открывать. Все. Просто все. Балую себя. Я вам скажу, я не вас больше балую, я себя больше балую. Так, быка или слона? Девочки, чего открываем? Я еще хочу вот эту даму открыть. Уж больно она толстая. И сейчас откроем... Баловать. Ой, вот эти лилии толстые, девочки. Прям толстые, их там много слоев. А чем больше слоев, тем красивее картина. Я вам могу сказать, что у быка, что у слона, они как раз, я вам могу сказать, не толстые. То есть вырезать, в принципе, немного. Вот бык-слон. Я хочу открыть слона, девочки. Вы мне простите. Слон – это мудрость, долголетие, да? Терпеливость, которой у меня, к сожалению, нет. Хочется мне открыть слона, вы уж меня простите. Это прям реально фотография. Я не знаю, как магия хобби делает это, но это реально фотография. Просто он там как живой. Это фон, на который клеится. Бивни, которые надо будет, вот отдельно голова, то есть это все понятно, что это все отдельно вырезается, вот так идет, это получается второй листик для вырезания, третий листик для вырезания, пол и четвертый, в принципе, немного вырезать именно в слоне. Я бы сказала, что папертоль слон для людей, которые любят быстрый результат. Чик-чирик и готово, как я обычно это говорю. Ну и откроем толстенькую даму с цветами. Она мне
понравилось. Вот прям кот, лилии, вот эта капуста. Ну, я не знаю, что мне больше нравится, девочки. Нравится мне все. Вот так выглядит фон. А куда здесь голова? Ладно, не суть, девочки. Вот так выглядит фон. И погнали. А, вот оно лицо. То есть это все тоже вырезается. Нет, это тоже фон. И это фон. А, это вот так. Все, девочки, до меня дошло. А, то есть они большие? Подождите. Хорошо, что хорошо. Да, 29 на 39. Подождите. 29. Да, девочки, они большие. То есть, получается, вот эти дамочки у нас... Короче, девочки, вам надо на нашем сайте, я вот сейчас до меня дошло, на каждой картинке есть вот эти циферки. Это значит размер 29 на 39. Слон у нас 29 на 25. Вот эта капуста, которую я открывала, 29 на 29. Вот, кот. О, девочки, этот кот еще и большой. 29 на 33. Обалдеть. И маки, которые мы открыли, 29 на 29. А вот это 29 на 39. То есть она двойная. Я вам буду сейчас вот так ее. Вот так, то есть вы ее будете клеить. Ну, понятно, что здесь вырезается. Девочки, это бомба. Вот я уже смотрю на нее, мне уже все нравится. То есть это фон, на который вы клеите. И вырезаете вы дальше. Вот второй слой. Вот третий слой. Вот еще третий слой. Очень сочные картины. Лицо. Причем лицо мне нравится, что губы не накрашенные, да, как у меня сегодня в эфире. А именно пастельные, не отвлекающие внимание. Очень большая картина, девочки, очень много слоев. Я бы даже сказала, что вот это папертоль. В данном случае девушка цветы загадка. Это для тех, кто любит вырезать и у кого есть терпение. Очень много вырезки. Очень много. Но когда много вырезки, девочки, это значит, что бомбическая картина сама по себе. Просто сама по себе. А я вот ее вам показываю, да? Но мне кажется, это бомба. В любой салон подарить, если у вас есть, допустим, парикмахеры, да, любимые, кого вы хотите поздравить с Новым годом, либо с днем рождения, я считаю, что это бомбический подарок. И вы это не купите нигде, девочки. Ну, я имею в виду, готовую работу они нигде не купят, если они не занимаются творчеством, ваши парикмахеры, да, это вот, вы можете это сделать для человека и подарить, потому что подарки ручной работы, девочки, это бесценно. Мы знаем прекрасно, что если картины из папертоли залить жидким стеклом, то и пыль на них просто легко либо вот этой вот пушистой веничком, да, стряхивается, либо просто промывается тряпочкой, потому что это жидкое стекло. А даже без жидкого стекла настолько хорошее качество бумаги, да, плотное, то есть как фотобумага она идет глянцевая, что, в принципе, ну, потому что жидкое стекло недешевое, там есть свои особенности с работой жидкого стекла. Поэтому без проблем просто протирать. Ну вот у меня они висят с весны, эти картины. И что вы думаете, я пыль вытираю? Нет. Пойдемте посмотрим, много ли там пыли на этих моих папертолях. Мне кажется, немного пыли. Я вообще не вижу пыли. Вы видите пыль? Так, надо сверху смотреть. Ну-ка. Потому что у меня вот, допустим, гранаты, гранаты сами покрыты жидким стеклом, а листва нет. То есть такая техника изготовления папертоли, она тоже приветствуется. Таким образом выделяются гранаты, которые покрыты жидким стеклом, а листва нет, и создается 3D-эффект. И вот эти капельки покрыты жидким стеклом, и создается, видите, какая, ну, визуальная картинка очень красивая. Девочки, я не вижу пыли, вы уж меня простите.
Несмотря на то, что она висит у меня в кабинете, и мы соседствуем с бетонным заводом. То есть у нас пыль, в принципе, здесь, ну, на подоконниках она есть. А здесь я ее не вижу. Видите, как оно красиво смотрится, девочки? Они как живые. Море в картине. Я, конечно, люблю ландыши. Где они у меня? Вот они, мои ландыши. Так, вот так свет на них. Вот. Посмотрите, ландыши, конечно, тоже вырезать, не вырезать, девочки, там капец. Но эффект получается вау, когда, ну, уже готовая работа, очень красиво получается, девочки. Ой, повесю я ее обратно. Ну, вот как-то так. Закончились у нас были многие картины, мы их заказали, так что теперь они у нас есть на сайте, и все хорошо. Ну что, девочки, давайте я буду подытоживать. Итак, если вы из России, не имеет значения, Владивосток, Ханты-Мансийск, Сургут, Калининград, вы получаете возможность заказать папертоль с доставкой бесплатно. То есть вы оплачиваете только за картину. Стоимость доставки мы берем на себя. Это только в честь того, что, девочки, до Нового года осталось 23 дня. И мы вас просто радуем. Повторюсь, что папертоль лучше вырезать вот такими ножничками. Девочки, мне художественным ножом, несмотря на то, что они у нас, ну, классные, ну вот прям они классные, эти художественные ножи, но мне было им неудобно. Но в любом случае вам выбирать, чем вырезать эту красотень. Мне надо было для вас донести, что вы можете заказать это бесплатно. И, конечно же, эти все новинки, они уже есть на нашем сайте. И спасибо моему супругу, который умеет договориться с сайтом, с платформой, чтобы сделать так, чтобы даже если вы будете заказывать другие материалы, то стоимость доставки папертоль вам не прибавляется. Только для того, чтобы вы могли возможность сделать, имели возможность сделать такую красоту и, может быть, успеть еще подарить ее кому-то. Спасибо вам большое за обратную связь. Я желаю вам хорошего, приятного вечера. Побегу, посмотрю, что там еще, какие заказы девочкам надо на зал вынести, потому что, конечно же, мы сегодня вечером сделаем отправку. После 7 вечера вы все получите трейк-номер для отслеживания посылок. Завтра мы выходные, и в четверг, пятницу мы сделаем последние отправки этой недели. Девочки, будьте здоровы, берегите себя. С любовью, Тамара, ваш изолончик.